Пропустили День знаний и первые уроки. Около 100 курских ребят сейчас проходят лечение или обследование в областной детской больнице на Кольцово. Сотрудники Росгвардии решили подсластить пилюлю маленьким пациентам и устроили им праздник. Подготовили представление с пиратами, клоунами и подарками. Сереже всего 8, а поэтому в больнице он лежит вместе с мамой. К сожалению, вместо уроков в расписании мальчика анализы и серьезное обследование сосудов головного мозга. Голова очень сильно болела. Когда праздник начался, она прошла. Я удивлен, что в день знаний проводят праздник в больнице. Я хочу сказать спасибо военной Росгвардии за этот праздник. Я хочу стать военным. Это же прекрасно и для детей, и для взрослых, конечно. Деткам весело, хорошо, развлечения. Отвлекаются. Даже в больнице ребята не отрываются от учебного процесса. Несмотря на то, что дети многие находятся у нас достаточно длительный период времени, 3 и 6 месяцев, но лечение они продолжают получать совместно с образовательным процессом. Больница 170-коечная, практически бывает, что находится на учебе до 120-130 детей. То есть это хорошая сельская средняя школа. Доброе мероприятие прошло в рамках акции «Росгвардия детям». Сотрудники ведомства готовы помогать, поддерживать. Тем более, это обоюдный обмен положительной энергией. Были в детском доме, в течение лета работали в детских лагерях, и эта акция не разовая. По возможности будем и впредь работать с детьми в различных направлениях. Сотрудники и военнослужащие ведомства, посещая подобные и проводя подобные мероприятия, сами остаются в большом восторге, потому что детская искренность и детская радость от таких мероприятий всегда вызывает положительные эмоции. Ребята должны почувствовать заботу не только с профессиональной, медицинской точки зрения, но и с человеческой, считают врачи. К тому же не секрет, что позитивные эмоции поистине целебны. Ведь главное – отличное здоровье, а уже потом – отличная учеба. Анастасия Бабир, Геннадий Воробьев, телеканал «7».